очков, наказание было бы в полбалла. Сейчас на площадке Юлиана Найденова, гимнастка из Болгарии, тренирует ее Элизабет Колева. Она приезжала уже к нам в Москву в августе прошлого года на московский этап Гран-при. Это третья гимнастка Болгарии на чемпионате мира. Она не отобралась в финал. Там выступала Симона Пейчева. И Элизабет Пайсиева. Еще одна потеря с момента начала нашей сегодняшней трансляции. Это полбалла за потерю. Десятая за выход предмета за площадку и десятая за выход гимнастки за площадку. И, ко всему прочему, еще не засчитают элемент.